Соответственно, фашисты напали на нашу страну, и в том числе головорезы СС орудовали на территории нашей страны, на территории других стран и занимали, можно сказать, человечески ненавистную позицию. Это газовые камеры, массовое уничтожение людей. В условиях, когда на тебя нападают, естественно, важна дисциплина, важно бороться с дезертирством, важно соблюдать порядок в тылу. Для этого были созданы всякие структуры, в том числе СМЕРШ. Я считаю, что он выполнил позитивную роль в критический момент нашей истории, создав относительно спокойную ситуацию в тылу и тем самым обеспечив спокойную работу уже на передовой наших солдат. А дезертиры, да, действительно, были наказаны, и, в том числе и расстреливали некоторых дезертиров. Но это уже, как говорится, ситуация войны, и во время войны надо идти зачастую на крайние меры для того, чтобы обеспечить победу.